И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и я продолжаю играть в Clan Exiles. И вы видите эту прекрасную, типа крепость. А по факту, начало задумки. То есть, в целом, это будет вот примерно так и выглядеть. Только единственное, что я там поставлю навесы. Но это будет там уже потом. Да, покажу, как здесь. То есть, вот. Решил поставить здесь большие ворота. Как я уже сказал, там должны были быть такие же выхода с двух сторон. Ну, так как вот там вода, то и смысл их делать. Вот, даже башенки решил не делать. Наверху, то есть в башенках, сейчас кратенько покажу. То есть здесь вот идет подъем. Вот, и здесь должны будут стоять лучники. Все это дело отбивать. То есть будут стоять здесь лучники. Не знаю, как насчет того, много здесь факелов или нет. Вот, и там уже буду достраивать потом. Не знаю, много факелов или нет, но пока что так. В целом, конечно, кстати, спасибо в комментариях человеку с ником Santos6516. Блин, самое смешное получилось. Я блокировал одного... Ютуб глюканул, и этого чувака заблокировал. Конечно, я убрал блокировку, но комментарии удалились. Вот, в общем, спасибо этому человеку. Написал о том, как, что, где с этим, с админкой. И, короче, то, что я мир пересоздавал, можно было и не делать. Типа, когда ты включаешь админку, перезаходишь, она выключается. То есть ты включил, настроил себе все, что нужно, и перезашел, и у тебя все как бы хорошо. То есть мне можно было не создавать мир по новой. Ну, как бы это уже, извините, я там уже все создал по новой и все в таком духе, так что, ну это нормально. Ой. Короче, что будем делать? У меня из лучников, здесь у меня... Вот, офигенный боец. Берсерк. Здесь у меня с Асгарда. Ну, а там это вот тот боец, которого я вот здесь притомил. То есть, видите, у них здоровье разное. У них и характеристики разные. Но в характеристике, как видите, я не знаю, как их зайти в их характеристики. То есть, это редактировать. Это ничего не работает. Здесь я видел в интернете скрины, там где-то какая-то кнопка есть сведения. Вообще ничего не работает. Ну, это сведения, соответственно, вот на этот предмет. Все. Я не знаю. Если знаете, как посмотреть, напишите, конечно, в комментариях. Но как их характеристики, может, мод надо какой-то установить. В общем, их характеристики мне неизвестно. Но суть в чем. Лучники у меня только один. И я думаю, сегодня нужно пойти за лучниками. За лучниками мы пойдем в город. Да, там спавнятся хорошие лучники. Лучники искателей сокровищ. Они самые лучшие, ну, по крайней мере, судя по характеристикам. И по здоровью тоже. Они даже будут помощнее, чем вот этот боец. Вот. Но эти животные, это... Это больше личное, так сказать, вот как вот кошка бегает у меня вот здесь вот по территории, вот она. Это вот, вот эти животные, это точно так же, вот они работают. Да, вот у нее мясо, кстати, лежит в инвентаре, у нее поэтому кулак отображается. Типа, окей. Кстати, стройка остановилась из-за того, что у меня тесаное дерево закончилось. Да, то есть у меня с железными рамами проблем нет, с кирпичом проблем не было, но он тоже как бы заканчивался. Пришлось подлутаться. А вот тесное дерево закончилось, пришлось второй плотнический стол поставить. Ну, такая вот беда. Вот этот верстачок. Ну как верстачок. Я с собой сейчас заберу. Давай посмотрим. То есть вот. Дерево, камень, железный брусок. Это я все забрал. Да. То есть, если не ошибаюсь, то здесь должно быть так, что ты... Вот дебил. Вот. Так. Малое колесо. А, вот они.
Да, то есть все те же самые ресурсы, которые у меня были, то есть я могу сейчас просто... Это очень классно, вот реально, это очень классно, что вот это придумал, красава. Ну и здесь у меня, собственно, еда, тот, кто их заставляет батрачить, все попало в инвентарь. По изучениям пока что вроде бы ничего не нужно, поэтому бог с ним. Так. А, ну и здесь я всякие разные ачивки понавыполнял, не знаю, показывал, не показывал, но, в общем, очень много... Чё? Мне печку дадут? А, угольная печь. Здесь, как я понял, типа, вот какой-то ты лут получаешь, а что-то ты получаешь возможность изготовления. То есть, к примеру, вот рабовладелец, я получил возможность изготовления. То есть я, честно, не понял. Я думал, ну, я получу вот это вот, а по факту я получил возможность изготовления. Ну, в общем, такая непонятная фигня. Короче, идем за лучниками. Потом нужно будет делать луки для них обязательно, оставлять на башне. Также, если не ошибаюсь, все, тот же человек, кто мне, ну, не кисло так подсказал, по Конану, сказал, что здесь... Как я понял, вот на этой территории, типа, самый норм зачистку встречать. Потому что они, как я понял, по ходу дела, ну, я догадывался, по воде они не пойдут. А, соответственно, они пойдут по вот этой территории. Чистка, если чего, уже скоро. И, соответственно, грубо говоря, вот перекрываешь и вот идут. То есть мне, блеха, долбанное солнце, то есть сюда пару лучников, сюда пару лучников, сюда пару лучников, все будет хорошо. Чистка будет, чистка, посмотрим. Вот, а пока что... И так, хорошо. Кстати, да, у меня теперь из звездного металла. Блин, конечно, кайфово. Я это сделал, это самое топовое пока что для меня будет. Так. Здесь периодичностью подхожу, потому что вот, к примеру, броник второго левела, да? То есть... Ну, был бы третий, я бы притомил. А так как бы смысла нету. В общем, бежим в Асгард. О, Асгард. В город. На город я не помню, как называется. Бежим туда. И там уже будем решать, что делать. Сейчас они отцепятся от меня. А если не отцепятся, то у нас появится три трупа. Ну, в общем, и, как я и сказал. Бежим. Бежим. Бежим вот сюда. Здесь... Ну да, лучше обойти этот город, нафиг не хочу я туда заходить. Хм. Убил сейчас вот этого, Нордхеймского носильщика третьего левела. Там выпал артефакт, то сумка с материалом. Открываю, там алхимическая основа 5000 и шкура медведя 5000. Да, это из моих ритов. И там, возможно, выпало бы поменьше. Выпало стак. Или, возможно, это не из-за ритов, а из-за стаков. Потому что там, типа, прописано, что стак должен выпасть. Но алхимическая основа... Еще, по ходу дела, кристаллы тоже выпали. Хрусталь, точнее. А? Охренеть. Да, я тут страуса залутал себе. По пути бегу. Вспомнил, что у меня хилок нету, и залутал алоэ, и сделал вытяжку, хотя бы ручную такую. А, и бегу, в общем, да, йога, короче, здесь это, где-то здесь можно изучить йога, вроде бы где-то здесь, вроде бы где-то, или здесь. Походу дела где-то здесь. Короче, лучше на обратном пути пойду, походу дела. А, не, нифига, все правильно, здесь, я правильно помню, значит. Оп. Зачем? А, черт его знает. Хочу так, хочу, чтобы изучить... Вот, служитель йога. И все. Подбодрить, вот. Побазарим с тобой. Вот это вот и все. И попрощаемся. Бывай. А вот и город. Так, давай кинем. Неправильно. Ага, вот. Обновим. В целом, то есть, вот видите, где нахожусь, да, и уже мы видим город. А, точно где находится... Это надо будет посмотреть по скринам. А, тут, насколько я помню, они такие полу... эти... полуагрессивные. То есть, проще говоря, не все агрессивные. Вот эти вроде бы агрессивные.
Надсмотрщик. О, ученик мастера надсмотрщик. Но это, если не ошибаюсь, третий левел. Но тут, если на кого-то нападешь, то начинают какие-то атаковать. Я не помню точно, кто, как и по какой причине. Но здесь очень много эмоций можно залутать. Это я точно могу сказать. Плотник второго. Кстати, да, возможно, здесь поищем еще и остальных. Типа вот плотников, литейщиков. Ну, литейщики-то мне не нужны, по сути. Типа, что у меня нем? Два топовых именных и два третьего левела. То есть этого тоже вполне достаточно. Так, лучше вот так смотреть. Быстрее этого. Триггер срабатывает. Боец. Алхимик, алхимик, алхимик. Кстати, да, вот здесь-то нормально спавнятся алхимики иногда. Танцор, боец. Надо посмотреть, как у них вообще спавнится. Точнее, тоже ученик. Как у них не респавнится вот это вот и все. То есть. Да ёпарасте. Надпись, она, конечно, полукратно бесит. В общем, как в Асгарде или не как в Асгарде, у них вот это вот дело респавна идет чуваков. Если как в Асгарде, то это хорошо, удобно. О, неплохо, халява. Если уже не как в Асгарде, ну это немножечко неудобно будет. Боец третий. Где, кстати, да, где-то еще там по верхам лазишь, сундучки не находишь. Вот это вот все, короче. Здесь много всего такое. Такого есть. Цор, вот литейщик третий, к примеру, да? О. Покупка перо. 10 перо за серебряную монету. У меня была серебряная монета. Ха, прикол. Да, конечно, магазины у вас, я вам так скажу, да, точно у меня пряная свинина. Лучше бы пряную свинину купил. А ты у нас чё, шкуру медведя за 5 серебряных. Ценники, конечно, у вас, я манал вас. Боец третий, жрец сета. Прикольно. Купец. Стеклянная склянка. Слоновья шкура. Медовое вино. Но все еще перья самые дерьмовые были. Без шуток, самое тупое, что можно было купить, это перья, и я это сделал. Ну, мне как бы пофигу на эти серебряные монетки. Слушай, вот тебя уже завалить так охот. Ты слишком эмоциональный. Кстати, здесь же где-то в городе Конану можно зайти. Боец, боец. Зайти могу? Не могу. Ну там можно как-то зайти, но там мне это ни к чему. Кузнец. О, лучник третий. Ну, кстати, тоже норм тема. Ну, видели, сколько у него хп? То есть вообще прям ни о чем. Так, давай посмотрим, что тут у нас внутри. Вовнутрь, если не ошибаюсь, зайти-то можно. Вот только будут ли последствия от этого, это уже хороший вопрос. Так, здесь у нас бойцы. А, ну вот я внутрь-то и вошел. Пленник, боец, надсмотрщик. Здесь тоже только третий левел. Самое смешное, стоят, охраняют вход, а там просто тупо стены нету. Эх, красава. Подмастерьем. Боец, боец, пленники. Так, что у нас еще в городе есть интересного? Что-то пока что на меня никто не нападает. Это, по ходу дела, я в какой-то злосчастный район еще не зашел. Я помню, что в каком-то районе прям ты туда заходишь и все, короче. Там вот и начинается беготня по всему городу, чтобы они отогрелись. Вот это. Это случаем не этот район. Вот этот район, говорю уже. Где-то есть вот район. Мародер-боец.
Оп, добрый вечер. Атаман боец. Мародер. Ну, они типа все вот это вот с одного вот это. Да, это вот этот вот райончик. Здесь вот они такие прям. Бродяга-боец. Ну, здесь вот так достаточно залезть, подождать, и они отагрываются. То есть, этим вообще проблем нету. То есть, отагрывание здесь происходит очень удобно. То есть, вот, и все, они сразу же разбирались. Это даже легче, чем где-либо в целом. Третий левел. Неплохо. Так, ладно, поищем. Посмотрим, заспавнится кто нет. Вообще, найду кого интересного или нет. И, по ходу дела, я вот в город зашел. О, добрый вечер. А чё вы здесь-то агритесь-то? Да вроде бы нормально же общались. Да ладно вам. Ёпарасоте. Вроде нормально общались. Нет, чё-то вот начали. Зачем? Почему? Ха, чёрт их знает. Угу. Вот, наверное. Принцесса боец. Етишки. Что-то крутится, эй, какая-то... Какие слова? Ну, понятно, мой отец козел, а я буду следовать за ним, и типа все будет хорошо. Значит, выжил, снова мы встретились. Это, кстати, сюжетка. Что тебе нужны ответы? Ну, с тех пор, как снял тебя креста, на юге меня встретил с отчаянием, ну, для еды. Бартфаре. Так и чё? Ого. Про картографа говорят. Ну вот. Так что еще раз пойдем за картографом, уже как-то это будет получше. Типа он ее снял, следовал и, короче, мне... Следы пропали у картографа. Ну, понятно. Он типа говорит, что если в что... Кстати, да, вот здесь танцор третьего левела. Ну, разницы никакой нет, кстати, танцора какого там левела, пофигу. В общем, он говорит то, что... Ну, по сюжетке, типа, если в ты закончишь, то... Ну, то есть снимешь браслет, ты можешь либо остаться, либо свалить, короче. И, возможно, ты все потеряешь, типа... Подумай хорошенько. В общем, по сюжетке он говорит, типа, сходи к картографам. Короче, если увидишь у картографов какие-нибудь следы, вот той, с которой он следил, типа, то скажи мне, вот что, типа, того. Как я понял, по крайней мере. Боец, боец. Что-то, слушай, здесь вообще именных я не вижу. Ну, кстати, повар. А, хотя не, у меня повар-то нормальный. Вообще нормальных я здесь не видел. Алло? Плотник, плотник, боец. Чё-то здесь вообще не все какие-то мелкие левела у всех. Мелкие левела. Чё-то нифига я здесь, походу, дела не найду. Ладно. Будем, походу, дела... О, лучник третий. Ну, опять-таки же, хп видели сколько. Ни о чем. Будем, короче, походу, дела смотреть гайды. О, смотрите. НПЦ нашел. Здесь я точно еще не был. Изучите музыку, ценных насмехаться. Хм. Ну, хотя бы эмоции изучил. И то уже хорошо. Но... Кстати, да. Вроде я здесь не был. Вроде бы. Так, вот отметил. По этому гайду. Где они чаще всего находятся. То есть вот здесь вот кругляшок там был на карте. И вот здесь кругляшок. Так, это у нас вот туда. Ну, давай посмотрим, пробежимся.
И нужно будет за каким-нибудь засечь, как это все дело обновляется, то есть боец. Как это все дело обновляется, то есть именно обновляются бойцы. Типа вот этот лучник может быть, да. Возможно, кто-то вот из этих вот. Нет, здесь вроде бы только бойцы. Боец, боец. Ну, возможно, вот за вот этим и посмотреть, как это все дело обновится. Очень тяжело и непонятно, как это. Ну, то есть самое сложное это узнать, как перезапуск бойцов происходит. Ну, то есть NPC переспавнивается как. Вот это вот непонятно. Обновляются, точнее. О, здесь какие-то эмоции. Изучен танец змеи. Я же говорю, много эмоций здесь всяких разных. Повар говорит повару. Ой, какая тупость вспомнилась. С кого-то залутал цепь. Потому что у меня было вот это, я с кого-то цепь сейчас залутал. А чё они на меня нападают? Нападают, но я, в общем, их это... И... Чик-чик. С кого-то цепь залутал. Не, ну это неплохо. Цепь, конечно, вообще прям огонь тема. Там пару золотых слитков залутал. Ну а чё они? Охраняли, типа. Здесь где-то атаман валяется. Возможно, с него я залутал. Не исключено. Ну, в общем, кстати, да. Здесь вот по вот этим меткам тусуются лучники, к примеру, третьего левла. Здесь заспавнились. Кстати, да, вот надо было вот того надо убивать аккуратнее. Вот эти сразу же на меня сагрились такие и типа... А сейчас сидят как будто ни при чем. То есть здесь вот у нас лучник третьего левла. Здесь вот домушник, лучник третьего левла. Здесь боец, боец. Ну, то есть... Да, здесь однозначно спавнится, то есть на вот этой метке, и там однозначно спавнится. Остается только понять, как они обновляются. И вот, к примеру, боец, и тот второго левела. Давай посмотрим, куда мне нужно отойти, чтобы обновились они. Надеюсь, обновятся. Так. Ну, выглядит он явно по-другому. Боец второго, боец третьего левела. Отходил я примерно вот сюда. Ну, там задание было залутать. О, точно! Лучник вот первого левела. Да, обновились. Клево. То есть сейчас нужно просто пройтись и посмотреть. Глядишь, может, еще кого найду себе. Ой, ты иди ты в баню. Там вот твой труп валяется из прошлого. Смотри, сейчас труп из будущего будет валяться. В общем... А, это ж банда мародеров, мать их за ногу. Забыл, дебилы. В общем, сейчас нужно будет побегать. Попробовать. Поэтовать, поискать. Что, как, где. Надо цепить уже, дебил. Красава. А вот кого найду. Пришел вот на этот островочек, а здесь повар. Именной. Ну, как именной? Ну, типа одинокий рыбак, желтое это. Но мне повар не нужен. Но кто бы знал, что здесь есть вот это чудо. Прикольно. А я все еще пытаюсь кого-нибудь найти. Ты у нас кто? О, ты у нас суицидник. Ну вот и ныряй дальше. Он просто вот так вот смотрит на тебя. Мстительный Иниго. Кожевник. Кожевник мне нужен. Вот нужен ли именной, это уже другой вопрос. Но кожевник нужен. Но у меня же кожевник уже есть именной. В общем, с этим-то и самая основная проблема. Купец. А, это ж вы опять. Я опять сюда, что ли, приперся? Ну, лучников так до сих пор нет. Повар был.
кожевник был, лучников не было. Ну, кстати, хоть этот труп не меняется визуально. А то было бы смешно еще бы, если бы этот труп тоже менял бы вид. Да, я все бегаю по городу. Я не знаю, зачем. Типа, там спавн именно вот только в одном месте. И, как я помнил, там спавнится именно два женских персонажа. То есть, ну, какой-то из двух. Но зачем я бегаю по остальному городу, я не знаю. А вот так от первого лица бегать с факелом — это идиотизм. Ну нифига не видно. Типа, с одной стороны вроде видно, но кто это придумывал, дебил. Нифига ж не видно. Вот, кстати, атаман. Ну-ка, какая с тебя дубинка дропнулась? Дубина, дубина, дубина. Вот, стальная дубина. Так что цепь я тоже тогда с него и получил. Ну, просто решил проверить, и тут как бы, ну вот, ну а что поделаешь? А по-другому и никак. А как еще проверить? С него, не с него? В общем, с него. Один там остался, дебил. А, точно, здесь же есть лестница, он еще поднимется. Ну вот и стоит там дальше. Хм. А повар здесь, по ходу дела, всегда находится вот такой одинокий рыбак. А, судя по вот этой золотой окантовке, это все-таки типа именного. Ну, то есть он всегда здесь находится вот такой. Хе-хе, прикольно. А лучников все еще нету. А теперь, внимание, вся абсурдность ситуации. Я посмотрел в ролике, и там типа, вот там вот это лучше... А, ой, какой ролик? Это даже не ролик был, это даже статья на Дзене. Дзен говно. После этого тем более так утверждать буду. Там типа вот в этом месте, где я вам показывал, лучники и все в таком духе. Но тут решил воспользоваться интерактивной картой. Интерактивная карта... Если не забуду, я сделаю ссылку в описании. Оставлю ссылку в описании. Если забуду... Ну, в общем, хотя бы я скриншот вот сейчас я сделал. Я надеюсь, что хотя бы скриншот я отправлю на монтаже. Суть в чем. Сделал... То есть, во-первых, залез в другие места. И там говорили про какую-то Фрею. Думаю, интересно, что за Фрея. Суть в чем. Короче... Про Фрею, которую говорили, совпало вот с этим, с меткой. Ну и думаю, рядом со мной, недалеко, есть другая метка. С лучником. Я думаю, ну почему бы не проверить? Тихо. Так вот. Как вы думаете, от того, что я включился, значит, метка совпала? Метка совпала. И я нашел легендарного лучника. Сразу же. Ну, легендарного. Именного лучника. Находится отметка вот здесь, вот там. Прямо вот где вот я нахожусь, то есть, ну, вот прямо вот здесь, вот на вот этом мосту. А другая метка находится вот здесь, вот там. Третья метка находится где-то в вулкане, я ее не отмечал, потому что мне на вулкан насрать пока что. Но суть в чем? Давай поднимаемся. То есть сразу же я подхожу. И вижу вот это. То есть именной лучник. Да, хп не очень. Хп не очень, но это именной лучник. Как ни крути, это именной лучник. И да, я сейчас его хочу все-таки... Ты что, серьезно что ли? Да я просто его свалился. Вот, я сейчас хочу его приручить. А возможно, я его сейчас на поводок и пойду до Фреи. Тусить. Ну, кстати, да, зачем мне булава, если они и так здесь ни о чемошные. В общем, не верьте статьям на Дзене, короче. Вот что могу только сказать единственное. Ну, без шуток. Я по этой долбанной статье сейчас потратил где-то около 1,5 часа. То есть я в целом, да, я начал записывать, то есть это примерно прошло где-то 1,5 часа. Ну, бог с ним, я час пробегал туда-сюда.
Просто благодаря статье на Дзене. Ну, то есть, если бы я ее бы не смотрел, а сразу же пошел бы по вот это вот по карте, то проблем бы вообще бы не составило мне. То есть. Да тихо ты. Вот отлично. Дуниман дикий. Ну, в общем, пойдем сейчас до Фрей, где-то вот в тот район тусить. Сейчас только надо цепь взять в руки. Цепь, потому что это круче. И вперед. И снова я на севере. Вот прям, вот только сюда меня, по ходу дела, и тянет постоянно. Делаю рыбу. Просто cooked fish дает ловкость. По идее. Вот. Сгонял до дома. Ну как сгонял? Ну вы сами знаете, как я сгоняю. Вот. И закинул в слот рыбу и, собственно, жарится. Так, ну. Мы погнали туда. Так, чувак там работает, надеюсь. Да, отлично, работает лучник. А мы погнали туда. Смотреть, есть ли здесь лучница или нет, где-то в этом районе. Так, деревушку вижу. Ну как деревушку, домик. Забираться сюда было еще то приключение, я вам так скажу. И, по идее, должна быть где-то вот здесь. Вот. Ну, вы поняли. Я все это время потратил... Можно так сказать, впустую. Ну, кстати, боец третий тоже прикольно. Но зачем, как говорится, мне это? Впустую. Это, конечно, да. Ну как впустую? Я, конечно, приобрел опыт. Как говорится, доверяй, но проверяй. И лишний раз убедился, что Дзен говно. Как ни крути. Ну, блин, статья, если в говно, значит и платформа говно. Вот, блин, ну это просто еще уже далеко не первый раз, когда такая фигня. Вот, ну, блин, ну я понадеялся. Так, здесь ничего нету. Снаружи тоже ничего нету. Все, спускаемся вниз. Забираться сюда, конечно, еще то приключение. Но я теперь знаю, что лучше забираться по скале. Обходить пытаться, ну, такое себе. Оп, полетело. Кстати, да, я так уже не один раз делаю, это работает. То есть ты, главное, чтобы зацепилось, то есть слетело со скалы. Будущее, так сказать, ну, по сути, будущий воин. Вот, главное, чтобы слетел со скалы, и как бы все нормально. Сейчас, по идее, попробую вернуться обратно. Возможно, я еще одну Фрею найду. Халавыть. Вот. Фрея вроде бы по хп-то была побольше. Ну, давай посмотрим. Ты посмотри-ка. О! Ты чё там? Ах ты ж... Ублюдок, мать твою, за ногу, прикинь. Он лучницу завалил. Завалил? А нет, ещё живая. Ну ты давай, короче, этот, того. А вот теперь ты точно завалил. Ой, ёп, твою ж за ногу. Я просто так вот с этой скалы ушел, ну, чтобы это, думаю, ну, куда-нибудь, типа, отойти, чтобы заспавнился. Ну, там, типа, короче, не заспавнился. И, так, на тебя кровотечение не накидывается, да? Ну, окей, я понял, ты козел. Ох ты ж, ёб твою ж за ногу, да чтоб тебе тварь калася, козлина. Да пошел ты. Даже трупа нету. Ты чё, труп сожрал, что ли? Ну ты козёл.
Вообще, как, откуда ты заспавнился? Это, во-первых, а во-вторых, откуда здесь лучница взялась? Легендарная. О, в смысле, это, господи, че их вечно легендарными называю? Именные. Какого фига? Что? Где? Как? Вообще понять не могу. Причем отметки этой на карте даже близко не было. Все, задеспавнился. Ублюдок, мать твою, за ногу. Чтоб тебе икалось. Я тебе еще найду потом, сволочь. Убил лучницу. Реально, без шуток, я оттуда спустился и просто шел в никуда. Смотрю, думаю, о, стоит чувак, чувиха. Думаю, ну, надо подойти, узнать, поговорить. И тут, опа, вот, вот примерно так же было. Вот, я, короче, сейчас продемонстрировал, как оно было. Только там вылез олень, добрый день, и... да. Дина искусная охотница. Если что, вот эта вот Дина искусная охотница, вроде как... сейчас, слушай, я статью сейчас эту открою, дзеновскую дебильную. Надо, кстати, посмотреть, может там она вообще какого-нибудь 18-го года... И тут уж как бы не дзен говно, а просто статья говно. И автор козел не обновляет. Кстати, да, и жеребенка-то взял себе. Ага. Потому что вроде бы, да. Вроде бы, какого фига здесь находится, это уже другая история. Хлобыть? О, да. Чувак уже... А, у меня тут всего два. Всего два может влезть сюда. Жалко. Ладно, подождем. А нет, там Мандухрай быстрая стрела и лиса длинный лук. Не, немножко не то. Но все равно, да. Все равно, да. И вот в этой статье, кстати, ни про Фрею, ни про кого вообще не написано. Типа, статья за 20-й год. Ну, как бы не сильно-то уж и старая. Хотя уже старая, можно так сказать, статья. Ну, бывает. Так, ну что могу сказать. У меня теперь 6 лучниц. 3 Дианы, 3 Фреи. А, нет, 2 Фреи и Дунеман Дикий. Так, удалить. Так, да-да-да, все нормально, все нормально. Это у нас тоже снести. Ну вот, как-то так, уже получше. Кстати. Вот так. Хоп, пам-пам-пам-пам-пам. Очень удобно, прям кайф какой-то. Правая кнопка мыши, и мы уже удаляем предметы. А, давай. Пускай будет 2 коня. Ну, а теперь до дома. Теперь прям конкретно до дома бежать. Вот это мы удаляем. И вот это мы удаляем. Да иди ты в баню. Ну, ты серьезно? Какие? Вот любят же они вот. Смертный приговор себе подписать. Ну все, погнали до дома. Кстати, да, если непонятно, то это я не шмотки надел, а просто стиль. Типа, закинул их в стиль, и по факту я в тяже, но... Ну вот в этих вот, типа вот в этих шмотках. Вообще я сюда пришел подлутаться заодно. Думаю, ну а чё? Разбегу, по пути можно и подлутаться чем-нибудь хорошим. А вдруг повезет, и что-то будет хорошее там. Так, что у нас здесь? Лезвие упыря. Интересно. Ну, это получается одноруч. Также одноруч. То есть, ну, это одноруч, короче, одним словом. 60. Пробитие просто больше. А, фантомная мазь. О,
Интересно, то есть на нем постоянно работает фантомная мазь, то есть по мертвякам она работает лучше. А, как я понял, по вот этим синим духам, про которые, ну, помните, там, где в Асгарде тусил. Да и в городе вот в этом тоже они это находятся. Немало, скажем так. Ну, тоже попробуем потом. Мне нужен ключик. А то это был последний мой ключик. Нужно вернуть себе ключик. Дай ключ. Ах ты, скотина, ты смотри, как красиво уклонился. Но! Не судьба. Хоп, и вот он, самый ключик. Пускай лежит в инвентаре. Ну, я до дома. Еще один лучник. Ты посмотри-ка, какая приколюха. Это, если что, прям около дома. Я думаю, как-то у вас все. Да не, братва, вот вы мне как таковое это вот нафиг не нужны вообще. Ну нифига себе. Вот они нехорошие какие создания. Вот приходится с ним возиться. Ну что, не могли подольше на пауков подвлекаться? Вообще беспредел. Так, а, вот ты где, стреляешь тут по мне, а? Ах ты! Обратно все сбросилось. Кстати, я не помню, где я свою лучницу убрал. Вот прям честно не помню. Где-то я тут что-то видел интересное. Да. Не факт, что интересное было. Ну, понятно, все как обычно. Залутал говна и пошел. Кстати, надо отхиляться. Так, теперь давай посмотрим, есть ли между ними разница. Они все-таки брались в разных местах, но, по идее, разницы у них не должно быть. Да, то есть они идентичны. То есть у них у всех древний лук. Древний лук и широкий. Так, все отлично. У тебя 1000. Ага. У тебя почти 2000. Ну так, не кисло. Уже, я бы так сказал, неплохо. И вот еще фрейм. Так. Ты. Ты. Конечно, они прям... Что Дина, что Фрейя прям точные копии друг друга. На вид. Как-то вот... Ну да. Точные копии на вид друг друга. Ну, это пофигу. Мне нужно будет... Да, вот у этого как бы сразу видно, что ХП будет меньше. Это ожидаемо было. Здесь 10. В общем, их нужно будет обязательно... Да, здесь 15. Экипировать всех. Обязательно нужно будет сделать стрел. Вот этот чувак тоже у меня вылезет и будет также на страже. То есть у меня сейчас 7... То есть 8 уже лучников... Я думаю, вполне будет достаточно. Ну, для защиты, я имею в виду. А так, мне до чистки желательно еще не просто достроить, а как бы то ни было... Чё? Прокачать их. Обязательно нужно прокачать, потому что без этого вообще никак. Такие вот народ дела. Ну, а я на этом уже с вами буду, пожалуй, прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать, ну и, конечно же, делиться моими видео с своими друзьями. На то все. Всем удачи, всем пока, всем счастливого добра, всем пока.